Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1027. Тема «Смерть». Как же нам тогда хоронить наших неверующих родных? Чай не собаки. Надо бы сделать как следует. Как без свечей, без венчика? Соседи осудят. И никому такие похороны не понравятся. А я родное чадо своих родителей. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Матфея 8:22. Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Колоссянам 2:8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Колоссянам 2:20. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Об этом у вас не должно быть никакой заботы. Если они при жизни не озаботились войти в число верных, стать христианами, так зачем же мы должны создавать этот камуфляж, подводить этот ритуал под христианские обычаи? Это не соответствует действительности и есть ложь. Подготовить к погребению значит выкопать могилу, сделать гроб, надеть смертное платье, если оно есть, и зарыть. Какие свечи и венчики? Деяния 5:6. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.